как бы выведать все тайны. Страницы книг перелистал, не продается ли случайно среди вещей славянский шкаф. А продавец смущенно мнется, в щеках густеет киновай. Славянский шкаф не продается, он наш старинный инвентарь. Всего в нем столько уместилось, чем раньше жили племена. Как в Херсонесе Русь крестилась, чем после сделалась она. В него отчаянно врывалась не раз тяжелая беда. А шкаф, хоть и потрепан малость, не провалился никуда. Болгары, чехи и словаки и югославы в том шкафу хранили все мечи и злаки, вписав весь скарб в одну графу. И все немало тем гордились, ведя подсчет веков как дней, что все друг другу приходились родными разных степеней. Как не пришлось бы в жизни туго, нельзя забыть нам тех озов. Любите преданно друг друга, спеша всегда на первый зов. Своих друзей не предавайте, крепитесь жизнью, смерть поправ. И никому не продавайте наш родовой славянский шкаф. Своих друзей не предавайте, крепитесь жизнью, смерть поправ. И никому не продавайте наш родовой славянский шкаф. Это стихи Леонардо Камбрашена. Музыка моя.